Здравствуйте. Сегодня хочу предложить вашему вниманию обзор смартфона от компании Philips. Philips Xenium W8555. Давайте посмотрим, что входит в его комплектацию. Сам смартфон. Аккумулятор. Емкость 3300 мАч. Защитная пленка, гарантийный талон, руководство пользователя. Стереогарнитура с разъемом 3,5 и наушники-таблетки. Кабель микро-USB. Зарядка с выходом USB, соответственно, током зарядки 1,2 ампера. Сам смартфон представлен в стандартном форм-факторе моноблок. Имеет металлическую бронзового цвета рамку по периметру. Фронтальная часть у нас здесь. Фронтальная камера 2 мегапикселя. Датчики, акселерометр, приближение, освещение. Три сенсорные клавиши, динамик. С правой стороны у нас кнопка энергосбережения, кнопка включения. Слева качель громкости. Сверху у нас выемка для снятия задней крышки и разъем 3,5. Снизу микрофон и выход микро-USB. Сзади у нас основная камера с автофокусом 13 мегапикселей, со вспышкой и дополнительным микрофоном. Внизу есть специальное отверстие для динамика. Крышка задняя матовая, темного цвета. Ближе к черному. Крышку аккуратно открываем, так как здесь зубчики по краям. Здесь у нас сразу видим два слота для сим-карт, они стандартного размера, и слот для microSD. Вставляем аккумулятор. Включаем телефон. Пока включается, коротенько расскажу о нем. Сам телефон здесь диагонально с 5 дюймов. Основан на 4-ядерном процессоре. 1500 МГц. Встроенной памяти 16 ГБ. Доступно около 11 для пользователя. 2 ГБ оперативной памяти. Поддержка карт до 32 ГБ. Основная камера 13 мегапикселей. Фронтальная 2. Аккумулятор здесь 3300, максимальное время разговора до 18 часов и 9 часов веб-серфинга. Время ожидания 950 часов. В принципе, телефон получился очень удачный. Разрешение дисплея здесь Full HD 1080x1920. Ну, видно по картинке, насколько она сочная, точная. Пикселизации здесь нет, здесь используется TFT-матрица, что позволяет преподнести пользователю прекрасную цветопередачу и хорошие углы обзора. Итак, представлены здесь у нас программы Google Chrome, Gmail, Kingsoft Office, MCMe Mobile, ноутбук, Opera, Play Market. Также радио, все стандартные андроидские приложения, кошелек, также резервное копирование, настройки. Значит, в быстром доступе у нас здесь режим полета, процента батарейки, беспроводные сети, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, передача данных, график передачи данных, профили звука, яркость, таймер отключения, автоповорот. В самом меню у нас вначале идет беспроводные сети, управление сим-картами, Wi-Fi, Bluetooth, передача данных. Еще здесь у нас режим полета, VPN, модема. Также можно разрешить обмен данными при совмещении телефона с другими устройствами, Android Beam,
мобильная сеть и совместное использование с Windows PC интернетом через USB кабель. Следующий раздел устройства. Здесь у нас профили звука, соответственно, общий без звука, совещание и улица. Также система улучшения звука для наушников. Любое, соответственно, из этих профилей можно настроить, а также добавить свой. Следующий раздел у нас идет дисплей. Здесь уведомления блокировки экрана, сцены, темы, обои, автоповорот, яркость. Можно поставить автонастройку или поставить вручную. Также заставка, размер шрифта идет от мелкого до огромного. Спящий режим выставляется от 15 секунд до 30 минут. И беспроводная сеть, дисплей, это позволяет данному аппарату поддерживать беспроводное вещание на дисплее, совместимый со стандартом Miracast, что, в принципе, очень удобно передавать изображение. Память здесь, как я говорил, у нас идет 16 гигабайт, разделено на два логических диска, один по 2 гигабайта, другой по 12, итого, в общем, доступно чуть более 12 гигабайт. Следующий раздел у нас идет батарея. Здесь можно выставить, что были в правом углу проценты батареи, а также показывать, что больше всего разряжает, подробный график и так далее. В приложении здесь у нас показывают, какие установлены сторонние приложения, работающие на данный момент, и все. Телефон очень быстро реагирует, сенсор прекрасно срабатывает. Далее идет раздел у нас «Личные данные». Здесь идет мое местоположение. Мы разрешаем приложениям использовать данные о нашем местоположении по спутникам GPS или по координатам сети, Wi-Fi или мобильных сетей. Следующий раздел идет «Безопасность». Здесь блокировка экрана, сведения владельца. Можно зашифровать данные, показывать пароли, разрешить установку приложений из неизвестных источников, проверять приложения и надежные сертификаты и установка их с SD-карты. Следующий раздел идет «Язык ввод». Здесь проверка правописания, настройка клавиатуры, а также голосового ввода, синтез речи и скорость указателя. Восстановление и сброс. Здесь стандартное резервное копирование данных, аккаунт для резервирования, автовосстановление. Также сброс ДРМ лицензии и возврат телефона к заводским настройкам. Аккаунты здесь все сохраняются, ваши аккаунты социальных сетей, почтовых служб. Соответственно, можно добавить, редактировать. Следующий раздел — система. Здесь дата, время, пояс сети, также формат даты и часов. Расписание включения и выключения. Можно на каждый день, а также конкретика каких-то из дней. В целях сбережения энергии. Спецвозможности здесь Talkback, система для озвучивания, жесты для увеличения, крупный текст, кнопка питания завершает вызов, автоповорот экрана, озвучивать пароли, синтез речи, задержка при нажатии удержания и специальные веб-скрипты. И о устройстве. Здесь можно обновить систему, посмотреть общую информацию. Что за модель? Версия Android здесь 4.2.2, а также прошивка модуля, версия ядра и номер сборки. Так, телефон прекрасно смотрится, хорошее разрешение дисплея, видно невооруженным глазом, удобно держится в руке, не скользит, быстро, очень отзывчивый благодаря своему 4-ядерному процессору и 2 гигабайта оперативной памяти. Давайте посмотрим, как снимает камера. Напомню, она здесь 13-мегапиксельная. Давай возьмем коробку. Вот специальный мелкий шрифт. Итак, смотрим. Как видите, несмотря что было фотография под углом, прекрасно читается текст. Четко видно. Никаких шумовых помех. Очень прекрасно. Далее посмотрим с вами,
настроен интернет-браузер. Ну, конечно, благодаря 2 гигам оперативной памяти видно, что очень быстро все открывает. Ну, конечно, это зависит и от самого ширины канала интернета, но тем не менее он открывает наш сайт за считанные секунды. Несмотря, что здесь много картинок, анимаций. Прекрасно все подгружает моментально. Вот работает меню, работает анимация, все четко, быстро, как будто я на компьютере. Так, посмотрим, что у нас дело обстоит с Ютубом. Проверим еще раз углы обзора, а также посмотрим громкость телефона. Посмотрим. Видно, что картинка очень хорошего качества, с хорошей цветопередачей. Напомню, что я поставил цветопередачу не на максимум. То есть запас по яркости здесь есть и достаточно хороший. Углы обзора здесь прекрасные. Не темнит, не изменяет цвета. По громкости здесь достаточно хорошая громкость. По крайней мере, не сипит и четко слышно средние частоты. Не пищит. Тихим его не назвать. Прекрасно передает цвета, хорошая громкость, прекрасный звук. Давайте посмотрим, что нам покажет Antutu Benchmark, который предварительно установил, что нам покажет, какое быстродействие. Сразу видно, что аппарат добротно сделан, он в руке как влитой. Хорошо держится, смотрится. Не чувствуется, что это лопата 5 дюймов. Он вполне нормально себя ощущает в руке. На нем удобно серфить. Это было видно сразу, да? То быстро загружается сайт, а также вся анимация. Плюс хорошие углы обзора и яркости. То, что бросает сразу в глаза. Телефон сам себе по толщине 10 миллиметров, что, в принципе, нормально. Потому что он тоже не громоздкий, не кирпич. Ну и, конечно, оперативная память 2 гигабайта дает себя знать. Быстро открываются окна, сворачиваются. Быстродействие очень значительно чувствуется, скажем так. Плюс достаточно большой объем встроенной памяти и возможность расширения до 32 гигабайта. Неплохая камера основная, 13 мегапикселей, как фронтальная, но с автофокусом и вспышкой. Также достаточно емкий аккумулятор, 300 мАч. Не каждый 5-дюймовый аппарат может похвастаться 18 часами разговора. В принципе, я считаю, что телефон очень удался. Хорошими техническими характеристиками. Спокойно можно выполнять все задачи, которые
вы хотите, от просмотра, для игр и так далее. Плюс достаточно большая, конечно, батарейка и фирменная технология энергосбережения Philips. Сейчас идет тест 2D. Здесь мы смотрим переход цветов с холодного, с теплого в холодный и наоборот. Сейчас будет тест 3D графики. Опять же, встроенные технологии NFC, поддержка MasterCard PayPass, то есть возможна оплата при помощи телефона, что расширяет его возможности, что будет достаточно удобно, и вывод беспроводного вещания. Итак, смотрим. 15697, прекрасно. Тут можно подробно показывать, что у нас дисплей пол Full HD 18920. Очень прекрасно, на мой взгляд, результат. От синтетики давайте перейдем к тестам в играх. Я скачал сначала простенькую игрушку Subway Surf. Здесь основное — это, конечно, сенсор, потому как начальный уровень достаточно легкий, а последующий здесь именно на реакцию и быстроту на нажатие на сам экран и обработка этих нажатий. То есть при на большой скорости, если персонаж, ну, грубо говоря, вы нажмете ему присесть, а он не присядет, то игра превратится в нервотрепку и будет, мягко говоря, неудобно. Сенсор прекрасно чувствует нажатие, выполняет все, что я от него требую. Никаких сложностей с этим нет. Ну, как вы видите, все прекрасно работает. Отлично. Ну, по начальную игру он нормально прошел. Давайте посмотрим что-нибудь посерьезнее. Я скачал Real Racing. Достаточно мощная игра. Она задействует наш видеоадаптер, ускоритель на полную мощность, а также нагрузит наш 4-ядерный процессор и оперативную память. Здесь очень красочные машины от компании EA Games с следами шин на асфальте. При пробуксовке вылетают мелкие частицы, как это видно. Очень красочная игра, энергоемкая. Управление здесь на акселерометре. Здесь много видов из кабины от третьего лица. Я предпочитаю от третьего лица. Как вы видите, на заднем фоне много 3D-моделей. В данном случае Rastat, он движется, что создает дополнительную нагрузку на видеосистему.
как видно, телефон легко справляется с этой нагрузкой. Вот вылетает частица при пробуксовке. Машина идет адекватно. Задняя часть прорисовки не глючит. Хорошо прорисована и на хорошем расстоянии. Когда видеосистемы не хватает встроенной памяти, она подлагивает и не полностью прорисовывает задний фон. И вперед тоже дальность не сильно велика. Как здесь мы видим, этого нет. Прекрасно все видно. Графика не лагает. Свет солнца отражается на нашем заднем стекле. Телефон прекрасно справляется и полностью передает атмосферу гонки. Ну что ж, мы с вами увидели прекрасный телефон, который полностью показывает все возможности. Действительно быстрый, мощный, интересный, удобный, а также его фирменное энергосбережение. Здесь можно узнать как польский режим, так и по умолчанию, что позволит вам как можно дольше быть находиться в сети. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, задавайте вопросы. Всего вам доброго. До свидания.